Всем привет, с вами Марс, и мы продолжаем проходить Reckoning, то есть Kingdom of Amalur: Reckoning. В прошлой серии мы помогли по просьбе нашей эльфийки Роги, прошу прощения, не помню ее имени, вот этому генералу, который хочет открыть вот эти ворота. Для того, чтобы их открыть, нам надо активировать подобные колонны. Мы активировали одну, нам осталось еще 4. Я думаю, в этой серии мы будем заниматься именно этим. Привет, медь. И волк придачу, надо. Отвали! Ох. Подождите, сначала волк. Подожди, Миша. Подожди. Подожди, не горячись. Сейчас все будет. Вот, потому что волки. Волки это самые опасные. Ну, не опасные, просто что они отнимают у меня жизни. Если их не вырывать первыми. А так, с ними проблем вообще немного. Надень. Вот так. Куда ты? Подожди. Не уходи от меня. Ну вот. А ты убежать хотел. Видишь, как все хорошо. Так. Ну, в прошлой серии мы дошли вот к этому месту. Прошли довольно-таки серьезный путь. Через The Walls, через вот этот вот край. Ох, черт. Вы только посмотрите, куда придется за этими колоннами идти. Нет. Наверное, в этой серии я словлю только одну, ну максимум две колонны. Потому что переться через всю карту, это что-то круто, как для просто побочки. Вот пауки еще валяются. Те, которых я прикончил в прошлой серии. Слушайте, а может мне... А, не, ну тут, в принципе, рядом. Вот. Еще один каменный бард, так как я их называю. Надо его активировать и получить дольку опыта. Странно, его никто не охраняет. Ну и ладно. Блин, почти 10-й, да что ж такое? Все никак не хватает и не хватает. Ну, я думаю, еще... Ну, вот эта вот колонна ближняя, и все, это будет 10-й уровень. Буду апаться. Блин, единственная проблема, которую я замечаю, это что очень много нужно бегать. Хотя бы маунта уже дали, не пожлобились. Блин. Блин, волки. Сукины дети. Так я вас ненавижу. Только они у меня жизнь отбирают. Ну шо ж... Шо ж это такое, ну? Чё это у нас? Среднее число? Ну давай попробуем. Какие-то у меня глюки. Ну это... Это... Блин, это из-за русификатора. Блин. Я в принципе-то понимаю английский, только... Ну давай. Вот. Так... Установил русификатор ради того, чтобы зрителям было приблизительно понятно, что, о чем вообще идется. Потому что многие не знают английского языка, ну, можно сказать, я тоже с ним не в лучших отношениях, но, по крайней мере, разговорный жанр я понимаю. Привет, волк. Блин.
10 уровень. Полетел. Красавчик ты мой. Ох, ну ладно. Уровень подниму потом. Надо будет просто посмотреть. Ой, ты что такое страшное-то? Ой, блин. Ты кто такой? Сколько вас тут? Сколько вас тут? Мать вашу, что вы такое? Что ты такое? Блин, я вас боюсь. О, он догнал меня. Блин. Да что происходит? Кто вы такие? Что вы вообще такое? Блин. Опасный гида. Опасный. Ой. Иди сюда. Надо духа раскатать, пока он... Так, ну пока получай в задницу. Так, с этим все. А как на тебя? У тебя нормально. Ой, ты какой опасный, ты посмотри на него, да? Как он своей шаблюкой хорошо махает. Блин, опасные ребята. Очень опасные. Куда они только взялись? Ну, в принципе, я заболтался, мог их тупо не заметить. Блин. А, надо по билду просто посмотреть. Ну что? Скинули мне неплохой билдок. Если хотите, оставлю вам на заценку. А пока я ничего не хочу качать, потому что все-таки видео снимаю, вот это вот. Не хочется перерываться. Почему я... Так, ты кто? Вроде обычный. Так, ты кто? Ты обычный злой дух. Не хочу перерываться, только... Сволочь, ты что делаешь? Перерываться только по той причине, что... придется выключить. А если придется выключить запись, значит придется монтировать. Если придется монтировать, потеряется HD качество. Твою мать. Я и так уже жертвую тем, что не чищу звук от шумов, просто оставляю HD качество. Но это все равно. Я думаю, оно будет того стоить, по крайней мере. По крайней мере, пока я не решу, что для меня важнее, качество звука или качество видео. Так, ну все. А то вы меня уже задолбали. Лезут и лезут. Что ж такое? И опять меня перебили. Хотел рассказать про билд. То есть, есть какой-то вот такой конкретно хороший билд для Роги. Я хочу его испытать. Если вы, конечно, захотите смотреть мое прохождение Рогой. Так, ну что ж, давайте активируем эту... Это. Так, сейчас опять что-то выглядит. Да, вот он. Ой, подожди, двое. Что-то я очканул. О, что ты делаешь? Что ты делаешь? Опали! Блин. Опасный. Ты очень опасный тип. Я понимаю. Я все понимаю. Фу. Блин, ну что-то вот только вот эти ребята
Меня напрягают на самом деле. Ибо они догоняют и режут, догоняют и режут. Шо ж. Так, все, активировался. Тут еще мне где-то показывает городочек есть. Тут? Да, тут. Какая-то точка, точка возврата. А-а-а, руины? Не знаю. Пока не хочу. Хотя двигать нам довольно-таки далеко. Ну давайте заглянем, если нас там не будут нагибать. Пройдем их, зачистим. Вдруг там шмотки есть. Хотя уже как по времени хватит. Аптечек у меня в принципе навалом. Угу. То есть эту дверь нельзя открыть. Пока что. Ну, ладно. Пошли посмотрим, что тут есть. Хотя, если ее нельзя открыть, значит, я думаю, и тут какие-то... Блин, это же домовые. Блин, я ненавижу домовых. Ну ладно. Черт с ними. Вперед. О, ты чё? Ты чё делаешь? Что делаешь, подонок? А да-да, парень, так нельзя. Так, что тут священный доклад? Ну ладно, херня. Потом почитаем, если будет на то время. Ну и желание, конечно. Так, я этого сейчас попробую по-тихому снять. Если у меня получится, конечно, это все провернуть. Здорово. Ну а с тобой по стандарту, с тобой будем разделываться, тупо закликивая. О, блин, еще прибежали. Так, подожди, а где-то тут твой братюня? А вот он. Давай. Атакуй. Какой ты резкий. Вот именно об этом я и говорю. Почему я не люблю, ненавижу просто домовых. Ох, сволочь. Так, что-то это как-то подозрительно опасно. Тут ничего не вылезет, не? А, ну как же не, конечно же. Блин, как это я прямо ему в руки? Ну ладно, черт с ним. В принципе, живем. Нет, эту штуку я трогать не буду. Потому что... Эта херня проклинает магию. Тем более он трудный. Нет. Так, вот тут какое-то ответвление. Блин, это все? Нет, не буду. Это риск, на который я все-таки опасаюсь идти. Собираем эти трактаты, правда не знаю, на какой черт они мне нужны. Что-то как-то подозрительно. Большая комната. И подозрительно тут никого. Ой, подожди, это что такое? Это что такое? Это маг, что ли?
Мах, я тебя боюсь. Что-то ты какой-то... Ты Туаф? Туафа? Я палюсь, нет? Я думаю, сейчас буду палиться, если буду вот так вот, вот нагло, как я. Ох, какое кривое, это кошмар. Ой-о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 й
То есть ты не опасный? А я тебя испугался. Что это такое? Кто ты вообще? Ты какой-то фанатик. Ну ладно. Давай, до свидания. Ну, я не знаю даже, что делать. Он говорит, в этих руинах полно знаний и всякого рода вещей. Я люблю вещи. Вы не подумайте. Но если они будут в зачарованных сундуках, то ну нафиг. Ну давайте пробежим еще немного. Еще чуть-чуть. Посмотрим. Ну вот, блин, еще один зачарованный сундук. Ладно. Ты чё такой опасный? Братишка, успокойся. Оу! Не, ну вы видели, да? Ох. Огрёбся я по-тупому. Чё это такое? Угу, намага. Ладно, возьму. А это чё? Хороший, на воина. Правда, по-моему, на моем ледяном клинке там было 50 урона. Ну это такое, это ладно. Блин, среднее число. Ребята, что-то я очкую, нет. Хотя, по принципе, надо бы сохраниться.